Айдар, чё, куда пойдём? Что? А, куда пойдём? На Айда на Зигу снова. Блять. Что, боишься? На Б никого нету. Сейчас. А, пошли на Бэшку так. Так все, пошли на Зигу уже. А, ну все, уж поздно. Я на Зигу иду. Ты там уже? Ты уже. А все, кажется, прорвали Зигу, да. Да? Ну, бля, я его с автомата убил, прикидываешь? С автомата? Он с калаша, да. Ну, с такого МП-5. Ну, я понял. Он такой, ну я одна обойма была, я, кстати. Ну, блядь, рашнули. Ой, блядь, ну, сучка, ну, блядь, ну, пидор. Ну, белый, ты белый, Бендер, ты белый, понимаешь, ты белый. Лёха, скажи что-нибудь в микрофон. Лёха, скажи что-нибудь в микрофон. Зачем? Давай, говори что-нибудь. Я пошел минировать бомбу. Там уже сидит за углом, там все сейчас бомбанет. Встречай, он выходит через ворота. Через какие ворота, ты мне не сказал, я пошел туда. Че, куда пойдем? На Б. Или кто? Идут на Б? Идут. Пошли на Зигу. На Б идут. Пошли на Зигу. Пошли на Зигу, ты заебал, блядь. Тебе не нравится Зига? Га, середину рашат. Середину рашат? Ну, блядь, граната прилетела туда. Я спрячусь за лошары. Ну так, знаешь, такой пиу. Думаешь, рашат? Не знаю, смотрю пока. Да, гранаты кого-то задел я. Помогай! Все, рашнули. Ты где? Я на этой. Так, моя эмочка. Ты на Б? Я не. Ну я на этой, на коробках, сейчас иду на центр. О, это было опасно! Вообще опасно. Он подбегает, короче, берет калаш и еле его убил. Че, куда идем? А? Куда идем? А, на Зигу. Блять, ты заебал. Короче, это, смотри, серебряную Леру я убил, она теперь палит за мной, походу. Да? Угу. В спектаторах сидит. Блять, а это парашюта, что ли, нет? Нету парашюта, я думал, есть. Уйди, иди, блядь, в лес, кабан! Какого хуя, блять, стали здесь? О, бля! Ебаться, всраться! Нихуя раш, блядь! Троих вот так в ряд убил, прикидываешь? Обходят, блядь, все. Сейчас всех обходить будем, сука. Опять на Зигу. Нихуя рашим, блядь. Так, тихо. Бля. Нас рашнули, да, походу? О, блядь! Чё, где тебя убил он? Что это было? А, это читак. У него... Ох, нифига себе! Не надо читерить, Сергей, не надо. А чё они все засели-то на респект? Сергей, нехорошо! Нехорошо, Сергей. Сергей. ТТшники на очко подсели, а? Эй, нехорошо. Сергей, что ты делаешь на базе нашей, Сергей? А кто такой? Ой, Сергей. Да это чувак, который читерит. Сергей, я слежу за тобой, Сергей. Я приду к тебе домой, Сергей. Ты сейчас договоришься, опять забанят. Сергей. Гей! Ты чё, бухой? Блять, я опять вылетел, представляешь, из-за того, что купил ебаное ВП. Гей! Ебаный серф, где нельзя ВП покупать. Эх.
Ту-ту-ту-ту. Ты где? Я на зиге. А, посередине прорвали, а с пистолетом был. Я там вроде чуваку хер попал. Пропустите. Уже опять троих вынес. Я, чуваки, реально, я в КС никогда так раньше не играл. Наверное, я скачал читы. Реально читы скачал. Что тебе говорят? Я что-то вообще очень хорошо в КС играю. Где хорошо-то? Это хорошо, что ли? Ну, 21-11. Я почти 5-6 вынес за один раунд. Выкидываешь? Опять рестарт, блядь. Пошли нахуй. Ну зачем? Ну, я где не же хочу. Остаемся? Продолжить. Три. Три должно. Нет. 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 Чем мне не звонят? О, слушай, эту карту вообще не знаю. Ну, слушай, я чуть не могу на серв зайти. Да потому что это надо перезаходить. Это и давай другой серв какой-нибудь. Давай сюда заходим. Это хуйня, а не серв. Нормальный, я там тащил. Ай, ладно, скидывай новый серв. Медведкова, блядь. Ну и название. Почувствуй адреналин. Вот, давай почувствуем адреналин. Почувствуй адреналин. Да это уже вчера почувствовал адреналин. Зачем тебе чувствовать сейчас? Или ты уже забыл, Лёха? А я куда мы идём? У меня загрузилась видяха, представляешь, почти. Сколько? Лёха, IP скинешь? Обработано 95%. Как было, так и осталось, блядь. Всякое говно качается, короче. И чё тут за КТ надо идти? Тут ТТшеньки выигрывают. Спортсменка, давай посмотрим. Чему ты нас научишь? Тут чё-то адреналин качается, адреналин. Тюх, ох, ты чё по-другому её обидел? А? Сучка, написала она. Спортсменку убили, она пишет сучка. Или это сучка, он? Сучка, я тебя в фитнесе найду. Или это он, о? Я не знаю, кто это. Ой, так там АВП, вы чё, вообще что ли больные? Идут такие напрямую на АВП. Надымели, напердели. А где Russian лица? Мяу! 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 Моя кошечка! Все хорошо, брат, то я на серф. Опа! Ты говоришь, ты за контратеров? Я зашел. Меня, короче, меня сзади убили. Я сзади убили. Со спины крыса. Мы анюка крыса. Крыса. Сега! Я вижу Сегу! Сега! Где Сега? Сега! Сега! Сега, 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 Сега. Катриджи. Там давайте возьмем катриджи. Слышь, там агрессивная девочка какая-то играет. Ты где? Пошли на этот, блядь. Ну, короче, я не помню как. На банан, короче. Банан? Да, бананы жрать будем. Ладно. Воу. Флэшбэнг. Флэшбэнг. Тут рашит, блядь, флэшбэнг. Флэшбэнги закончились. У меня вообще ничего нет. А меня убили, кошечка моя. А где тебя убили? На банане. А зачем тебя убили? Банан. А где банан? Так, ладно. Блин, меня бесит, когда у меня ноги потеют. Почему? Не знаю, неприятно. Это никому не интересно.
Почему всем интересно, когда у меня ноги потеют? Короче, нас где-то рашит сзади, я это чувствую. Нет? Ох, нифига я его рашнул, я сам в шоке был. Я вообще его случайно убил. Чувак. Сега рулит. Гори, гори, гори ясно, чтобы не погасло. Ёпта, блять, ебался я в рот, нахуй, блять. Пидоры сзади, ебут тебя в жопу. Нахуй, Харьков, шо, беги, ты Харьков, тихо, беги, беги, Харьков. Давай, бросай. Тебе прячься. Прячься. Чё, куда она стреляла, никто ничего не понял. А я убил кого-нибудь? Хорошо. А, да. Короче, мы с Типом тут вдвоем на банане. Блядь, нас сейчас рашнут. Нам нужна помощь, блядь. А чё тут стены не простреливаются? Они чё, не картонные, что ли? Картонные. Стены не простреливаются, они не сделаны из картона. Блин! Они так-то должны простреливаться, ты знаешь об этом? А я тебя видел, сука, крыса, блядь. Я не крыса! Да не ты, Сега это там сидит, блядь. Сега крыса. Скажи, Сега крыса, я любил тебя, Сега. Он сидит всю жизнь на этом балконе. Я любил тебя, Сега, но ты крыса. Опять спортсменка одна осталась. Бедная девочка, блядь. Нет, К2 еще есть. На хэдшот. Сейчас три что-нибудь опять напишет. Яракан закрывает. Почему сразу рон? Что, вам не нравится? Товарищи, я с вами общаюсь. Вы понимаете, мы сейчас на войне. А Вьетнам у нас тут творится. Террористы вообще охренели. Обосрали нас тут вообще. Сейчас подумают, ты. Не можете никому ничего ответить? Ах ты зоро! Пошел нахуй с команды, ты вообще ублюдок вонючий. Я, короче, кого-то сквозь дверь прострелил. Да, точно, не Вьетнам, я запутался. 9 хп им оставил. Вернее, 9 хп вынес. Блин! Бегите, братцы! Блять, да заебал, встал какой-то долбоёб, блять, я из-за него гранату получил. В лицо. О, нифига, ему хэдшот вылетел. Я сам не ожидал, короче, как ему в голову дал. Я просто охуел. Слушай, я так люблю, когда я один дома. Потому что материться можно. Один дома. Я бы то, блядь, нахуя это сказал. Правильно, чуваки, давайте пообщаемся. Вот смотрите, как насилуют наши террористы. Вот мы не можем, что ли, ответить им. Вот 13-5, это ж не... Это... Смотри, спортсменка сейчас всех вынесет. Я забыл, как это называется. Ну, короче, мужики! Не надо ставить бомбу. Бомбу ставить нехорошо. Не попало, блядь. Спортсменка, тащи! Я знаю, ты ходил на фитнес. Откуда ты знаешь? Что жена сидит, блядь. Подошел, спортсменку изнасиловал. У меня нет мази. Опять карта меняется. Ну, блядь, ну что за серваки такие, ёбаные? Давай нюк выбирай. Нюк. Хуюк. Нахуй это нюк.
Убито в голову 2, убито в голову 1, смертей 4, попадание 11, выстрел 144. Ебать, тут статистика серьезная. Ты за кого пойдешь? За писик. За писик, серов. За Сегу? За Сегу, да, за Сегу. За Сегу! Я тоже за теров пойду. Я юморист, не бейте меня. Я Петросян. Нифига там вынесли типа, короче. Внутри он всех вообще выносит. О! Чё ты? Ебаться, всраться. Меня так еще никто так не выносил. Тебя вынесли? А кто там с микрофоном бегает? Товарищ, товарищ микрофонист. Микрофонист. Микрофонист, ты что микрофонист, блядь? Сидишь, блядь, с микрофоном хуйню какую-то несешь. Нифига он меткий, блядь. Бежим. Себе я сейчас случайно ему 192 урона, блять. 192 урона? Ага. Я один остался, я еще умру, я знаю. А, сучка, разминируй сейчас. А, сучка! Где минирует-то, блять? Нет! Педик! Я тащил! А мы взорвались! Ты видел, как я. Если бы ты видел, как я первого убил, ты бы охренел. Три к одному. Три к нулю. У тебя? У меня три к одному. Это вообще тащил, я бомбу спасал. Я ВХ, блядь. Ой, ебаться, всраться, бежим! Ебаться, всраться! Валим отсюда нахуй! О, бля, пиздец! Ну там сучек много было, но я их мог порешать, ну кошечка моя. Лёха, я потею. В смысле потеешь, блядь? Заебали они там прыгать, блядь. Прыгать? Ну да, блядь. Прыгают что-то. На, блядь. Допрыгал, сука. Прыгун ёбаный. Сука, сзади не убил, лох! Лёха, я смотрю за тобой. Да? Ты видел, как я того убил? Такой, такой стреляй сзади, такой, знаешь, пиу, пиу. Как лоха. А хорошо было бы, если музыка всегда играла. Какая музыка? Вот, Лёха, тебе нравится дабстеп? А? Тебе дабстеп нравится, Лёха? Не знаю, а чё? Ты ж музыку только дабстеп слушаешь. Чего ты взял? Нет! Гагарин, я в себя так верил, но ты, блядь, педик. Блядь, короче, меня заслипили, я ничего не вижу. Бля, пиздец я задрот, Лёха. Прикидываешь, полежал в больнице и научился играть в КС. Да? Да. Бля, чё я левша, я даже бравой рукой пользоваться.
Чувак, ты меня сейчас заслепил, блядь. Ну, Лёха, давай бомбу, бери бомбу быстрее. Да я чем занимаюсь? Сейчас я посмотрю. О, идет к тебе, идет к тебе. Идет. Где идет? Сзади. Да похуй мне на него. Я бомбу ставить пошел. Беги, тихо. Так. Дай бомбу быстрее. Времени слишком мало. Так, сверху никого не вижу. Так, я на карту буду смотреть. Так. Где он? У тебя никого пока что не видно. Все. Точно? Да. И кошка упала. Блин, мне за взрыв бомбы не дали. За взрыв бомбы не дали. И за поставленную бомбу, сука, ничего не дали, пидоры. Сучки. Зеленые, блядь, как вареники. Бомба пошла на... Короче, куда-то она пошла. Да вареник, иди ты уже. А че все встали-то? Как бежать надо? Бежим! Надо рашить, блядь, все стоят, смотрят, что. Сука, блядь, пиздец, мне сейчас реально пиздец придет. Лёха, помоги мне. Почему я перестал тащить? Лёха, я тебя найти. Блядь, всем хп! Идите в пизду. О, их там очень много! Ой. Я на пол туда гранату кинуть, там их чисто до хрена. Я первый раз умер. Какой-то бабай, короче, на первом месте. Где он, блядь? Ух, и раз, я 8 к 1, у меня 5 к 4. Вот этот тип, короче, на первом месте. Давай последим за ним, какой он у нас профи. Ничего, он прыгать-то умеет, нормально. Все и прострелы знает всякие там. Черные, белые, красные. Не, но он нормально играет. А это тупо мне везет просто. Блять, лох. Обстреляли его, он такой вниз упал, снова полез, он опять обстреляли, он сдох. Космонавта убили. Короче, АВП надо покупать, да? Давай лучше я тебе куплю АВП потом. А, да, у меня же вылетит опять. Давай, покупай мне АВП. Сейчас, если я смогу. Сколько она стоит? Не помню, 5000, что ли? Да, 4750, мне еще 1000 нужна. Бомж, блядь, иди зарабатывай. А? У меня уже хватает, просто если я куплю, у меня вылетит. Сука. Блядь, меня косить начали. Так то... Блядь, долбоёбы свои же слепят, а потом умираешь. По глупости. Пизду идите, короче, очкуны. Так, стоять, там граната взорвалась, значит где-то здесь. Блядь! Какого? Должны быть здесь. А сучки, бля. А он чё там сидит? Блин. Сука, я так в КСК отвык от этого, от АВПшки вообще просто пиздец. Ты чё, АВП себе покупал? Надо было мне его дать, дурак, блядь. Ничего, где наш спаситель, бабай? Умер, что ли? Не понял я что-то. А, он один раз умер, у него 11 фрагов. Ты здесь, нет? Да. Что-то пропал. Что, другой серф? Ой, другой. Кто выиграл, мы?
Не знаю, короче, ещё 4-1. Ой, бля, извини, опять АВПшку тебе не купил. Да ладно, не надо, у меня бомба, короче, айда ставить. Айда. Короче, если найду... Ух, я типа прострелил, короче, жесть. Блин, как вместо одного выстрела убивать, я понять не могу. Как? В голову стреляют, все что. Блин, бомбу надо в другом месте ставить. Туда вниз вот где. У бабая 2 хп. Чувак расслабился, походу. Он же у нас на первом месте был. А, теперь Харьков какой-то рулит. Давай посмотрим за ним позже. Где он? Спортсменка вообще огонь. Че там уже все? Нет, да я уже устал ждать, когда все умрут. Я тоже. Антинуб. Короче, тип против меня есть. Иди за кота, сука, играть. Кто? Он там ник антинуб. О, чувак вообще не ожидал. А чё бомбу-то никто не ставит? Тащи, блядь. Кого тащить? На ком? На что? Спортсменка кривая, короче. Смотри, опять написала, сучка ты. Бля! Чё, где тебя убили? Опять убили, ну бля, самого первого. Вообще играть не могу, надо, чтобы мама позвонила. Чтоб мама позвонила? Чё это за бред? Ну, чтоб я разыгрался. Бля, мне повезло, короче, меня тип какой-то спас. А я его не спас, я только себя спас. Мне будет сосаться. Блять, там еще где-то бегал. Ай, заебал, блять. Вот он, да, там. Там, да? Не-не-не, не там, не там, не там. Да, там. Понял. О, все, все, вот он. Там еще один. Блять, у меня пули кончились. Давай. Хуйня, блять. Мы враебали, короче. Мы враебали. Тип написал, мы враебали. Что такое, я даже не знаю. Ладно, бывает что. Что-то КТ тянут, да, тащат. Сука, ну, да. Нихуя, блядь. Я, короче, типа вообще не ожидал. Встал он там, блядь. Нифига, он нормально тут всех выносит. Ты живой? Да.
Что-то я тебя не вижу. А, да, живой. Там, короче, крыса слева сразу. Угу. А, его уже вынесли. Уже вынесли, да, достоял, блядь. Так, чё у нас? Нас слепую, блядь. Ай, сука. Сука, нихуя не вижу. О, блядь, я торчал бы. Тут свои уже, ты чё? А, точно. Так, тут по... Ну попали по мне, попали, Лёха? Не знаю, я воюй давай. Мне 100 хп, не попали. Иди убивай, чё ты паникуешь? Ну хули, ну бля, куда ты домовую ставишь нам? Так идиот. Он правильно делает, чтобы выбежать. Дурак, блядь, ну куда ты слепую-то под тебя кидаешь? Ну ты вообще, блин, подымайся давай. Там вообще никого нет. Бля! Сейчас, подожди секунду. Может, она не словно, может, туда просто на массовый налить, мы просто не знаем, в чем проблема. А как привезти-то? Мы на чем привезти? На гребе, что ли, на своем? Может, туда приедут? Ну, желательно сегодня приехать, и пусть посмотрят, сделают. Здрасте. Чё, вы, может, приедете к нам туда, посмотрите? Нахуй. Ну, ща, подождите, я так перезвоню. Короче, слушай, я позвонил, они говорят, блядь, то, что это, типа, Рахэ вообще в Китай, мне не сделать. И, короче, если посмотреть, что там случилось, то это выезд платный, блядь, 1000 рублей надо будет платить. Еще не 100%, что они что-то сделают, короче. Пиздят, блядь. Конечно, не Китай, как Китай, не нужно. Я смотрел. Дешевые 7-8, средняя цена 15 тысяч. Ну 15 где-то стоит. Ну там дешевые по 8, по 10. Нет, все новое вроде. Пиздец, короче, слышь. Ай, у нас вообще жопа на работе, нам что-то где-то рохлю надо достать. Ты чё, живой?
Дай мне автомат, я с пистолетом, блядь. Я здоров. Сука. И чё, рашит, что ли? А чё все сидят-то? Идите вперед, блядь. Блять, только и могут своих слепить. Долбоёбы, блядь. Ой, я вообще ничего не вижу. Ну чё, сели вперед, идем давай. Тормоза, пока сам не пойдешь, никто не пойдет, блядь. Где бомба-то? А? М? Где бомба? Я знаю. У космонавта. А где космонавт, блядь? Он за контратиром. В смысле? Ну, спиздил бомбу нашу. Сейчас ходит с ней. Вон он, Мачкарева. Все, Лёша вышел, всех вынес сразу. Раунд 1-1, погнали. А? Раунд 1-1. Ты не играешь, что ли? Нет, у тебя по-моему. Там написано, что это было. Да блять, сука! Один вдали стоит, другой вблизи, Педик. Прикрывает его жопу. Че им еще делать-то? Сука, спалил, блять. У меня 2 хп. Идите нахуй. Короче, раш, блядь. Эх, блин, я почти его убил. С глоков, хедшот ему попал, он, блин, все равно выжил. Ты здесь? Да, да, да. Чё-то ТТшники расслабились, да? Угу. Сидят что-то на базе, блядь. Чё сидят? Ну и чё, где он? Кто там остался-то живой? Ну не психуй, блядь! Как он заебал, время столько тратит. Go Rush! Ну я что делаю? Что ты делаешь? Я рядовой. Опыт 9.20. Ну у меня не получилось, Rush. Может, какой-то пидор на пролом выбежал и стрелял. Пока я слепую кидал. Нифига, они все, короче, на точке сидят. Гранатами закидывайте их и врывайтесь. Короче, нам лучше, наверное, рохлю покупать, да, новую. Или бэушную, блядь, какую-нибудь. Эй, что за хуета, ну, блядь? Ёбаные ВХшники, с ними даже неприятно играть. Почему ВХшники? Потому что ВХшники. Может, он тебя увидел уже раньше и прострелил потом стену. Нет, не через стену. Я тебе говорю, я так делаю он сам. Через дым просто выстрелил. Так через дым тоже видно. Блядь, через дым, который новый. Ого. А, чё они все сидят, сидят на крышах, что-то сидят. Дрочат там, дрочат. А эти внизу такие, блядь, пью-пью-пью-пью. А как он туда залез, слушай? Да как бы.
Рэй 14. Вот, захотел и залез, что теперь поделать? Читер. Пойдем еще раз рашить. Блять, что по 5 проебал? Мы уже стали проеб, а нет, 7-5. Раунд 13, погнали. Двоеточие не ставят, так выглядит как-то, а 13. А, короче, крыса засела, блин. Опять не получилось. Он в этот раз понял, что я рашу. И закрысился. Бля, заебали со своими шлепами. Да, блядь, сука. Это пиздец. Все слепы покупают, кидают, блядь, вообще. Я заебал за шлеп. Так слепо это игра так-то, ты чё? Уворачивайся от слеп. На, позвонить, узнать, сколько, почем продают рохли, да? Еще. Че он делает? Иди воюй, че вы все стены обстреливаете? Такие очканавты все. Так, раз он засел, в этот раз я пристрелю его, блядь. Если получится. Сука, в этот раз он выбежал, пидор, блядь. Еще какой-то даун, блядь, дым кинул, короче. Что-то я расслабился. Смотри, у меня счет. 15-9. Ты здесь? Угу. Ты уже начался бой? А? Ну да, начался, бля. Чё ты меня предупреждаешь? Я тут стою на базе. А чё ты стоишь как идиот? Видео смотрел. Ты играешь или видео смотришь? Ты уж определился. Да и другое. Пиздец, ты дурак. Помогай, там твоих убивают. Пусть убивают, мне насрать. Пусть на них смотрит. Террористы, ёбаный, блядь, стопни. Иди, Раш, куда ты побежал? У меня очко сжимается. Очко сжимается. Застал, сука. Эх ты, блядь, пиздец. Ладно, что бывает. Максимум за раунд я убивал 4 игроков. Нифига он здравоша его минусовал, вообще мужик. Если я сейчас не получится, у меня еще раз там рашнуть, значит тот тип мои мысли читает. А, его уже убили в этот раз. Опять. Лёха, предупреждай, когда раунд начинается. Я короче, не... тут Харьков рашнул всех. Да? Угу. У него 37 к 7, смотри счет. АВП лежит, АВП лежит. О, бля! Ёбаный АВП. Где АВП? Да там. Какой человек сзади всех поубивал, как крыс, подколотных. Просто типу надо было рашнуть и все. И мы выиграли. Пошли опять туда, короче, на длину. Видишь, все туда пошли. Все, у террористов этот появился.
Бля, все, опять с глоком играю. Все, бля, если не уб... одного даже не убью, бля, все, я конченый ублюдок, который должен сосать. Ну ладно. Что? Сучки столпились. Короче, теры прорашили этих придурков. А где остальные-то? Где он бегает? На базе, может быть. Нет, на базе нет. А ты посмотри, ты же умер. И кидаешь всех. Нет, я не умер, я живу. Где он? Он на базе. Точно? Да. Там его расстреливают просто. Он там... С чем он там сидит, я не понимаю. Блять, сейчас всех порешает он нахуй. Блять, сука. Ну нахуя вы себе покидаете, если даже не зашили? О, отлично. Это он кидает, дурак, блять. Он еще и дым кинул. Сучка. Калаш, эмочка. Ой, что, блядь, все, ну, что ли? Когда я эмочку взял сразу. Все, короче, 10 боев хватит, пизду. Или что, давай Деклан Нил. А, не Трейн. Трейн, трейн. Где, ну давай Трейн чуть-чуть поиграем. Нет, все, пизду.